после случилось? Ну, не знаю. Попросит 10 евро с тебя. 10 евро попросит за вторую карточку. Я знаю, что в Сербии давали эти бейджики, а говорят, второй платный. То есть, если потеряете, второй платный. Ну, чтобы не теряли, там 400 человек, если каждый будет терять. Какая дисциплина для шахматистов? Правильно. Вот так вот. Thank you.
Thank you.